председатель Московской областной организации Российского общества инвалидов, председатель МРС ВАИ Центральный Зеликов Николай Иванович. Сегодня в Туле проходит геройко-патриотический фестиваль «Память сердца». Сюда приехали региональные организации ВАИ из Центрального федерального округа. Мы уже все приехали вчера, возложили к различным мемориалам цветы, провели митинг. Вот. А сегодня с утра у нас вот сейчас ожидается открытие. Только что на интерактивной площадке многие участники различных делегаций выступили со своими и стихами, и песнями, играли на музыкальных инструментах. А сейчас во время открытия мы надеемся, что нас поздравят, придут представители органов власти. Вот. И тоже лучшие номера будут продемонстрированы здесь сегодня на открытии. А завтра в гала-концерты также войдут лучшие номера из 5 номинаций нашего геройко-патриотического фестиваля. Сергей, подойдите, пожалуйста, сюда, к нам, вот сюда, на эту интерактивную площадку. И просьба подготовиться Надежде Андреяновой из города Ярославль. Прибалтийцев извинялся за то, что там нацизм остался, за Польшу их продажный дух, за Собибор, за Выдин друг, за украинский Бабий Яр меня чуть не хватил удар. За что прощение просишь, дед? А он мне отвечал в ответ: за то, что добренькими были, простили гадов, не добили. А знаешь, дед, у нас опять война. Беда пришла, откуда и не ждали. И снова поднялась моя страна. За русский мир бои не за медали. Прости, родной, не мог тебя найти. Ты вечно в списках без вести пропавший. Но ты сумел достойно путь пройти, с другими жизнь за родину отдавшись.
Ты там, на небе, расскажи своим. Полезли недобитые фашисты, и снова в Белгороде рубежи, и снова гибнут русские танкисты. Ты знаешь, ты не поверишь, знаешь, дед, кто в спину нам ударил, самый близкий. Из Украины тот кровавый след мемориалы сносят обелиски. Мы победим, ты спи спокойно, дед, мы русские. Бог, правда, тоже с нами, и ваших не забудем мы побед. Русь велика достойными сынами. Спасибо деду за победу, спасибо нашим сыновьям, спасибо русскому солдату, кто за Россию грудью своей встал. Спасибо вам большое за такие проникновенные строки. На нашу площадку приглашается Андрей Звонарев. Просьба подготовиться дуэту Сергей Красников и Леонид Асеев. Для вас исполняет на баяне и поет Андрей Звонарев. Город Ярославль. Ехал парень на машине. Ехал парень на машине по дорожке прямо домой. Размечтался о девчине чернобровой молодой. Размечтался о девчине чернобровой молодой. Водила белорусские края, где когда-то провожала, ох и милая меня. Где когда-то провожала, ох и милая меня. Когда провожала, вверх вернулись от роду, на прощанье мне сказала, что же в армию пойду. Прощание мне сказала, тоже в армию пойду. Ехал парень, размечтался, хоть разок еще стрельну. Впереди сигнал остался, хоть не успел он валять. А впереди сигнал остался, хоть не успел он валять. Столкнулись две машины, это право ничего. Бережешь, ты частушками расскажешь, ты берешь.
Большое спасибо Сергею Красникову и Леониду Асиеву. А на эту сцену приглашается Ольга Косович, город Ярослав. Просьба подготовиться Валентине Сосновой. Третий год у Натальи тревожные сны. Третий год ей земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны муж ушел, сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет. Почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в Саратовский лазарет. Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей. То надеждой, то горем полна, на другую солдатку оставив детей, едет в город Саратов она. А Саратов велик, от дверей до дверей, как найти ей родные следы? Много раненых братьев, отцов и мужей на просторах у Волжской воды. Наконец ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров. И притихшая, слышит она, как во сне. Здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности женской полна, и калеку Наталья ждала. Но того, что увидела, даже она не понять, не узнать не могла. Он хозяином был ее дум и тревог, запевалой, лихим кузнецом. Он ли, этот бедняга, без рук и без ног, с перекошенным серым лицом, и не в силах сдержаться, от горя пьяна, повалилась в кровать головой, в голос вдруг зарыдала, завыла она. Где ты, Лёша, соколик ты мой? Лишь в глазах у него два горящих луча. Что он скажет? Без руки, не мой. И сурово Наталья глядит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга былого жена. Пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш, детям сказала она. Все втроем поклонитесь ему. Причитали соседки над женской судьбой. Горевал ее горем колхоз. Но как прежде, Наталья вставала с зарей. И никто не видал ее слез. Чисто в горнице, пышут в печи пироги. Только вдруг, словно годы назад, под окном раздаются мужские шаги, сапоги по ступенькам стучат. И Наталья глядит со скамейки без слов.
как, пригнувшись в дверях головой, входит в горницу муж Алексей Ковалев с перевязанной правой рукой. «Не ждала», — говорит, улыбаясь жене, и, взглянув по-хозяйски кругом, замечает чужие глаза в тишине и другого на месте своем. А жена перед ним ни мертва, ни жива. Но как был он в дорожной пыли, все поняв, и не в силах придумать слова, поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят и не мучают верной жены. А с войны воротился не просто солдат, с непростой воротился войной. Если будешь на Волге, припомни рассказ, невзначай загляни в этот дом, где напротив хозяйки в обеденный час два солдата сидят за столом. Спасибо. Прошу аплодисменты, дорогие друзья. На сцену приглашается Валентина Соскова, город Талдыва, Вик Душишин. Просьба подготовиться. В 45-м отец пришел с больной, живой, простой солдат с израненной душой. Теперь их правнуки и сыны на передовой. Через столько лет снова защищают свои границы и покой. И опять тонет вся планета, искалечена земля, ведет жестокая своеобразная война. Ежедневно бомбят и разрушают русские деревни и города. Когда вы остановитесь? Когда? Представить трудно, но так бывает. Своя же область на своей же нападает. Надеюсь, вы знаете всю среду земли, чтобы потомки наши, старики и дети, выжить не могли. Знаменитое коварное вещество. И для гражданских и военных бывает так же, что не заметил, наступил на бой. Серьезные ранения, печали, радость, что сам еще живой. Много раненых военных, людей, детей будут нести страшный недуг до последних дней. Надо будет приспосабливаться, по-другому жить, не сдаваться, больше жизнью дорожить. И помнить истину одну – я справлюсь, я смогу. Сейчас еще тревожней на земле. От такой войны мороз струится по спине. Ведь воюет весь нацистский мир с одной страной, отчизной нашей, непобедимой и родной. Действия военные на экранах смотрим мы. Грамотно, отважно сражаются наши пацаны. Еще юные ощущают жестокость на себе. Сплоченность, дружба, взаимовыручка в армии везде. Господи, Тебя слезно просим мы. Помоги героям нашим жизни сохранить. Это они крепкими руками и умом защищают матушку Россию, в которой мы живем. Умные военачальники, политики у руля стоят. Достойно живых и мертвых всех боготворят. Пусть знают люди всей земли, насколько терпеливы мы, сильны. Мы уверены, мы победим. Фунт лиха в 45-м испытали. И теперь на защиту наших все мы встали. Все, от мала до велика, чтобы нечисть иностранная была разбита. Мы чтим и помним тех, кто отстоял свободу в те годы. Мы верим в защитников, которые сегодня сражаются за мирную жизнь. Спасибо. Спасибо огромное. На сцену приглашается Максим Смирнов, город Кострома, мой Волжский край. Дорогие друзья, очень рад приветствовать всех участников фестиваля. Я представляю Костромскую область. Это мое авторское стихотворение. Оно было написано достаточно давно, но я думаю, что актуально сегодня как никогда. Итак, мой Волжский край. Мой Волжский край,
далекий и прекрасный. В нем золотятся колосья спелые ржи. Как бы хотел в них снова развалиться, раскинув руки от неба до земли. Как бы хотел жену свою увидеть, малышку-дочку бережно обнять. Но снова в бой и снова с автоматом, с врагом среди я должен воевать. А Волга где? Там воздух мягкий, чистый. Под утро раннее разбудит соловей. И ничего на свете нет прекраснее, чем засыпать под сказочную трель. Когда река покроется вся льдами, я чувствую, что холода люблю. С малышкой и дочкой во дворе сыграю и бабу снежную у дома с ней слеплю. Но путь иной, все дальше я от дома, земля чужая, чужие облака. Но верю в то, что край родной увижу. На Волге буду снова у себя. Какие памятники у нас установлены и насколько мы заботимся о тех героях и о тех, о том времени, которое мы переживали все вместе с страной Великой Отечественной войны. Коль, подожди, белок, нормально? По моде. Благодарим организаторов фестиваля, Тульскую областную организацию, за великолепный прием, за великолепно организованное мероприятие. Все замечательно, очень красиво, торжественно, трогательно. Огромная благодарность от Калужской областной организации ВАИ. Наша команда или группа поддержки Орловской областной организации Всероссийского общества инвалидов приехала на этот фестиваль героико-патриотического направления. Мы готовились, потому что память сердца, память души, она должна все время всегда быть с нами. Не первый раз уже участвуем в таких фестивалях, и нам очень нравится, так как мы в это время встречаемся со своими друзьями, встречаемся с единомышленниками. Мы очень рады встретить своих одноклассников, однополчан, так сказать, вместе работали, рады их видеть, рады, что они живы, здоровы и полны жизни. И спасибо нашему тульскому правительству, что заботится о нас, собирает нас, думает о нас, периодически собирает, поддерживает во всех наших начинаниях. Мы приехали из Рязанской области, из глубинки Кадымского района. Родина Германа Валиастинского, просветителя. Я благодарна судьбе, что вот мы сегодня находимся на такой священной земле Тульской. Вот, казалось бы, от Рязани 2.5 часа. И я вот прожила, мне уже 73 года, и я ни разу здесь не была. На этой священной земле мы в восторге от организаторов. Мы в восторге от того, как нас принимают, от внимания. Мы столько нашли здесь друзей, столько соратников по работе. За все благодарим всех. С праздником всех, Николая Чудотворца. Да, вот этот праздник, вот этот форум проводится в такие священные дни. Пусть Николай Чудотворец хранит нас всех. Пусть солдаты живыми с фронта вернутся. И победа будет за нами. Мы в это верим, а Николай Чудотворец нам поможет. Я представляю Брянскую область, региональную организацию Всероссийского общества инвалидов. И вот сегодня нас пригласили на фестиваль «Память сердца». И хочу отметить, что было все проведено на должном уровне. И проведение таких фестивалей сейчас крайне актуально в наше время, во время особенно проведения специальной военной операции. Поэтому я хочу еще раз, пользуясь случаем, всем пожелать победы, самое главное. И чтобы как можно наши ребята, которые участвуют в боевых действиях, остались
живы и невредимы, и все возвратились домой. Приветствую жителей Тулы, представителей общества инвалидов Тульского и всех, кто сегодня присутствует в этом зале. Большой привет от Смоленска, от нашей героической смоленской земли. Наверное, немногие знают, что 5 мая мы отметили день рождения, столетие нашего героя, знаменосца Победы, который водрузил флаг над Рейхстагом, а Михаила нашего Егорова. Вот. Мы сегодня привезли сюда ту сирень, правда, в сладком варианте, который очень любил наш Егор. И я думаю, что мы подарим эту сирень нашим друзьям, нашим коллегам. Всем еще раз привет. Всего самого наилучшего. Добрый день. Сегодня мы приехали на это прекрасное мероприятие из города Щекино, поселок Первомайский, дом-интернат для престарелых и инвалидов. Посетили очень интересный мастер-класс. Сейчас, наверное, будет официальная часть и концерт. Вот все наши проживающие нашего дома-интерната. Все очень довольны, интересно. И общение – это лучше всего. Спасибо. Горда героями Россия. Они живут сейчас и сотни лет назад. Мы славим их, и в этом наша сила. Чтим имена, они у нас в сердцах. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех собравшихся в этом прекрасном зале. А собралось нас сегодня немало. На гостеприимную Тульскую землю прибыли представители славных и героических городов нашей необъятной Родины. Мы приветствуем делегацию города-героя Москва и Московскую область. Рады гостям и участникам города-героя Смоленск. Приветствуем города воинской славы Курск, Орел, Белгород. Салютуем городам Брянск, Тамбов, Рязань, Калуга, Липецк, Ярославль, Кострома, Иваново. Начинаем торжественную церемонию открытия третьего межрегионального героико-патриотического интегрированного фестиваля конкурса художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Память сердца». Организаторами межрегионального героико-патриотического интегрированного фестиваля «Память сердца» является Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов». Межрегиональный совет «Всероссийское общество инвалидов» Центрального федерального округа. Инвалидов при поддержке правительства Тульской области. Фестиваль способствует популяризации и формированию правдивой, героической истории Отечества, воспитанию гражданина в духе патриотизма и любви к Родине посредством искусства, побуждает общество к развитию позитивного, уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Участниками фестиваля являются люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в городах-героях, городах воинской славы и воинской доблести, а также других регионов Межрегионального совета Центрального федерального округа. Отборочный конкурс проводился в режиме онлайн для предварительного просмотра заявленных номеров по следующим номинациям. Вокал, хореография, театральный жанр, музыкально-инструментальное исполнение, литературный жанр. Отбор участников конкурса в рамках фестиваля по формированию заключительного гала-концерта и подведению итогов
проводило независимое, компетентное жюри, сформированное из дипломированных специалистов культуры и искусства. Председатель жюри, директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система», обладатель почетного знака Министерства культуры Российской Федерации за высокие достижения, почетных знаков за вклад в развитие города, за заслуги перед городом первой степени, медаль «Трудовая доблесть» третьей степени, заслуженный работник культуры Российской Федерации Марина Александровна Левина. Заместитель директора по концертной деятельности и менеджменту муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система» Екатерина Мчиславовна Юдакова. Заместитель директора муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система» по творческой деятельности и методической работе Оксана Николаевна Коваленко. Балетмейстер, постановщик муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система» Ирина Петровна Еремина. Художественный руководитель муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система» обособленного подразделения Дворца культуры «Косогорец» Надежда Павловна Абрамова. Для приветствия и открытия третьего межрегионального героико-патриотического интегрированного фестиваля конкурса художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Память сердца» на сцену приглашается депутат Тульской областной думы, региональный координатор партийного проекта «Единой России. Единая страна. Доступная среда» Алешина Галина Ивановна. Добрый день, дорогие участники фестиваля «Память сердца», уважаемые гости. Разрешите в этот яркий, солнечный день поприветствовать вас от имени председателя Тульской областной думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Юрьевича Воробьева, от депутатов Тульской областной думы. Символично, что сегодня данный фестиваль, третий межрегиональный, проходит на Тульской земле, в оружейной столице, в городе-герое Туле и в сердце Тулы, в Кремле. Я рада приветствовать вас на нашей гостеприимной Тульской земле. Не случайно этот фестиваль действительно сегодня проходит здесь, потому что Тула всегда была оплотом России. Тула никогда враг не ступил на тульскую землю, начиная еще с монголо-татарского нашествия. И особенно мы сегодня, в эти дни, будем вспоминать те героические дни обороны Тулы в 1941 году, когда Тула стала мощным щитом и защитила нашу столицу. И именно после тульской обороны началось контрнаступление под Москвой. И недаром, конечно, Тула получила за данные подвиги города-героя. Тула – это земля силы и талантов, и сегодня она встречает талантливых людей, которые приехали к нам с 15 регионов нашей великой, любимой всеми нами России. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня приехал к нам, всех, кто участвовал в данном фестивале, в конкурсе, за то, что вы истинные патриоты нашей Родины, что вы покажете своими концертными номерами и докажете, что вы храните память, прежде всего, наших участников Великой Отечественной войны, которые защитили нашу страну от фашистского нашествия. Таким образом, вы поблагодарите еще живущих ныне участников Великой Отечественной войны. И, конечно, вы покажете молодому поколению, что нужно чтить память, помнить об этом. И, к сожалению, сейчас наша страна переживает нелегкие времена, и сегодня уже правнуки всех тех, кто воевал с фашизмом, снова борются с фашизмом, который поднял голову. Я благодарю вас всех за то, я это очень хорошо знаю, что вы принимаете огромное участие в политической жизни нашей страны, участвуете во всех гуманитарных миссиях, поддерживаете нашу армию, и в том числе вы поддержите
нашу армию, наших воинов, нашу страну своим патриотическим концертом. Я искренне желаю вам крепкого здоровья, здоровья вам, вашим близким, мира, добра, благополучия и ясного, чистого неба, такое, которое сегодня у нас над головой. Желаю удачного завтра, успешного фестивального дня. И, конечно, насладитесь нашим городом. Потому что наш, как сказал наш Алексей Геннадьевич Дюмин, наш губернатор, нельзя узнать Россию, не побывав в Туле. Поэтому наслаждайтесь городом, погружайтесь в ее великую историческую историю. Наслаждайтесь нашей красивой набережной. Успехов вам, счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего. С праздником! Потому что фестиваль – это праздник. Председатель комитета по социальной политике Тульской областной думы, координатор гражданской инициативы «Бессмертный клуб» в Туле и Тульской области Елена Олеговна Гребнева. Дорогие друзья, земляки и гости славной Тульской области, уважаемые коллеги, уважаемая Алла Федоровна, я вам низко кланяюсь за то, что вы всегда рядом. И когда бы мы не обращались к вам за помощью, вы всегда ее оказываете. Буквально 2 месяца тому назад в стенах атриума Тульского Кремля впервые проводилось мероприятие по здоровью суставов. Врачи Тульской областной клинической больницы, волонтеры, конечно же, волновались при подготовке. Насколько это будет воспринято аудиторией? И, конечно же, обратились за помощью к Алле Федоровне с просьбой рассказать своим коллегам. И люди пришли, и мероприятие было потрясающим, отзывы большие. И теперь Тульская областная клиническая больница, в том числе благодаря вам, ездит по другим районным центрам нашей славной Тульской области. И, конечно же, я вас благодарю, Алла Федоровна, и ваших коллег, и всех присутствующих здесь, за то, что творческими номерами, великолепным исполнением фронтовых песен вы сохраняете память о Великой Отечественной войне и передаете ее подрастающим поколениям. Вот сейчас я не могу глазами найти, но точно видела здесь человека, который в 2020 году принял участие в акции «Бессмертного полка 45 песен Победы». Это Сергей Счеснович. Сергей. Да, вот Сергей здесь. Вам аплодирует этот зал. Вам говорю большое спасибо я. Ваше исполнение песни «Мгновение», ваше исполнение песни «Журавли» настолько пронзает сердце. Да, в 2020 году «Бессмертный полк» не пошел. Но ваши песни звучали в общественных пространствах. В 2022 году, в том числе под ваши песни, шел «Бессмертный полк» по всем районным центрам Тульской области. И в этом году ваш голос звучал. И звучал голос вашего друга Юрия Драничкина, который еще в 2017 году нам прислал песню «Казаки в Берлине». Дорогие друзья, вас с праздником, хорошей погоды, хорошего настроения. И еще раз спасибо, что вы вместе друг с другом и вместе с нами. С праздником! Председатель Тульской Федерации профсоюзов, депутат Тульской областной думы Сергей Львович Судницын. Дорогие друзья, мы, конечно, рады приветствовать вас всех на нашей Тульской земле. То, что вы делаете, это очень важно. И вот этот концерт, который вы подготовите, который будет на нашей земле исполнен, конечно, это очень важно. Очень важно помнить о том, что сделали наши предки, благодаря кому мы, собственно, сегодня живем под нашим мирным небом. И, конечно, передавать вот эти вот традиции молодому поколению – это очень и очень важно. И когда вы к нам приезжаете, конечно, для нас это праздник. Это праздник для вас. И вот мои коллеги уже сказали о том, что, конечно же, нужно Тулу посмотреть, обязательно. Здесь много чего можно увидеть, этой набережной, и музеи, и просто погулять в парке. Может быть, за один день это, наверное, не получится, но за 2-3 дня это точно вы успеете сделать. Поэтому, пользуясь случаем, конечно, хочется пожелать вам всем здоровья, счастья, и вашим близким также здоровья, счастья, удачи. И самое главное, чтобы было хорошее настроение, чтобы тот фестиваль, тот праздник, который вы принесли на Тульскую землю, он был в ваших сердцах. Всего вам самого наилучшего. Спасибо.
уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Владимировна Ларина. Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши гости. Мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной Тульской земле. И очень почетно, что третий межрегиональный фестиваль «Память сердца» проходит именно здесь у нас, в городе-герое Туле, в сердце нашего города, в атриуме, в Кремле, в святом месте для каждого тулика. И очень приятно, что и вы соприкоснулись сегодня с нашей историей. Память сердца хранит воспоминания о прошедшей войне, о тех подвигах, которые совершали наши прадеды, наши деды. И важно сохранить эту память и нам с вами. Это очень важно, потому что сегодня кто-то пытается переписать историю, но мы не должны этого позволить. И очень важно, что в сложный момент мы сегодня вместе с вами, мы должны показать, что мы едины. Что мы едины в наших помыслах, в наших чувствах и в нашей любви к Родине. Это очень важно для каждого из нас и очень важно для нашей страны, для нашего государства. Ведь большинство из вас, кто-то поближе живет, кто-то более несколько сот километров преодолел, чтобы приехать сюда, к нам на фестиваль. А учитывая, что люди все с непростой судьбой, со своими какими-то недомоганиями и... Слова «человек с ограниченными возможностями» ну, не очень красиво, но это очень важно, когда ваши неограниченные возможности мы сегодня будем видеть. И 4 дня вашего творчества, вашей любви к искусству во всех ее проявлениях мы будем наслаждаться. И вы сегодня, в течение 4 дней, я думаю, что будет возможность всем познакомиться друг с другом, найти новых друзей, что очень-очень важно сегодня. Мы действительно едины. Я хочу пожелать вам настроения, новых творческих успехов, новых удач, новых прорывов. И я хочу, чтобы память сердца в вашей памяти сохранилась на долгие-долгие годы. Удачи, счастья, мирного неба нам всем. Министр труда и социальной защиты Тульской области Анна Александровна Домченко. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, Алла Федоровна, уважаемая, как приятно, что сердце, память сердца, и это сердце бьется в Туле, в нашем Кремле. Приятно, что сегодня в такое непростое, действительно тяжелое время мы храним память, и пока у нас есть эта память, мы живы. И это очень важно. И то, что вы делаете сегодня, то, как вы сплочаете организации, что сегодня люди с повышенными потребностями, они сегодня здесь, они могут познакомиться друг с другом, узнать больше и потом посещать друг друга, ездить друг к другу, отправлять друг другу письма, смски. А сегодня пусть будет праздник, пусть этот фестиваль наполнит всех духовной близостью и будет отличным примером воспитания патриотизма, благодаря которому наша страна всегда славилась долготерпением и большой душевностью, а Тула – большим гостеприимством. Спасибо. Города, города, вас в России не счесть. В необъятной стране место каждому есть. Но под стелами славы стоят города, кому сердце свое я отдам навсегда. Даль великая исполняет Оксана Ирьянова. Город Тула. Даль бескрайняя, закрой.
Исполняет Наталья Филюшко, город Калуга, и образцовый коллектив бального танца «Созвездие», руководитель Наталья Николаевна Талышева. Три ночи, три дня, ах, темно, темно, снег.
министра здравоохранения Тульской области Михаил Владимирович Малашевский. Спасибо большое, дорогие друзья, дорогие коллеги. Для нас, вы знаете, все вы коллеги, для врачей. И сегодня для меня большая честь приветствовать здесь, в этом зале, столь знаменательное собрание, столь знаменательный фестиваль. От имени нашего здравоохранения Тульской области, от имени нашего министра здравоохранения Тульской области Дмитрия Сергеевича Маркова, от себя лично хочу вас всех поприветствовать, пожелать вам успехов, счастья, здоровья, творческого долголетия и, самое главное, коллеги, чтобы все в вашей жизни было благополучно. Не зря сегодня этот фестиваль проводится именно на территории Тульской области. Сегодня наш губернатор очень много внимания уделяет и системе здравоохранения, и оказанию помощи инвалидам. Достаточно сказать, что одна лишь паллиативная помощь сегодня в Тульской области шагнула далеко вперед по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Лекарственное обеспечение сегодня у нас на самом-самом высоком уровне. Я могу обозначить цифры. Более 600 миллионов рублей выделено только из федерального бюджета лимитов на обеспечение лекарственными препаратами всех наших инвалидов. И сегодня это еще не самое последнее. Дорогие друзья, ожидаемая продолжительность жизни в Тульской области за 2022 год выросла на 2,9 лет. И это является очень серьезным достижением работы не только нашей системы здравоохранения, но и в целом правительство Тульской области и, конечно же, наших жителей, в том числе и жителей-инвалидов. Поскольку без вас, без наших пациентов, все наши чаяния, все наши нововведения были бы невозможны, поскольку именно от вас зависит, пьете ли вы вовремя таблетки, принимаете вовремя капли, делаете ли те процедуры, которые вам назначил доктор. Поэтому вот такое тесное взаимодействие врачебного сообщества, коллективов и общества инвалидов, пациентов сегодня является очень важным примером в Тульской области для подражания во всех других регионах. Дорогие друзья, еще раз хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, который, Алла Федоровна, вы устроили здесь для жителей Тульской области, для наших пациентов, и пожелать вам всего-всего самого-самого наилучшего. С праздником! Управляющий социальным фондом России по Тульской области Андрей Владимирович Филиппов. Добрый день! Хочу поприветствовать всех участников, гостей Тульской области от лица социального фонда. Очень приятно и очень символично, что данный фестиваль проходит на Тульской земле, уже много говорилось, Тула – город-герой. Тула и жители Тульской области – это те люди, которым не понаслышке известно, что такое тяготы войны. Поэтому слова, как патриотизм, любовь к Отечеству, они знакомы всем жителям нашего региона. Кроме того, хотелось бы отметить, что в Тульской области проживает более 150 тысяч людей с инвалидностью, то есть фактически каждый десятый житель нашего региона. И наша задача, общее правительство социального фонда, создать все условия для активного вовлечения жителей с инвалидностью в трудовую, общественную, культурную жизнь. И мне кажется, вот этот фестиваль – это именно та история, которая позволяет понять людям, что инвалидность – это лишь статус, который никоим образом не мешает жить полноценной жизнью, участвовать в таких прекрасных культурных мероприятиях. А наша задача – именно создать для этого все условия. И новый социальный фонд России, который включил в себя и пенсионный, и фонд социального страхования, как раз и нацелен на эти задачи для того, чтобы создать максимальные условия для простоты получения услуг, получения технических средств реабилитации, путевок, и все, что необходимо для нормальной полноценной жизни. Поэтому хочется всем пожелать успехов. Уверен, что все выступления сегодня будут яркими, красивыми, интересными, захватывающими. А все участники получат истинное наслаждение от города Тулы, от его красот, и не забудут и привезут эту историю в свои регионы. Всем удачи! Заместитель главы администрации города Тулы Инесса Леонидовна Фельдман. Добрый день! Я рада приветствовать всех в нашем любимом городе-герое Тулы.
Все говорят про то, что у нас потрясающий красивый город. Да, он у нас в самом деле потрясающе красивый, мы его любим. Но главное, что мне хочется, чтобы все делегации, которые сегодня приехали, чтобы вы еще и почувствовали душу нашего города. У нас очень душевный город. Но вы же сами понимаете, что без пряников, без самоваров, без застолья в нашем городе ничего не обходится. А кроме этого, основное достояние города – это люди, в том числе и те, которые присутствуют здесь. Наш губернатор, Герой России Алексей Геннадьевич Дюмин сказал, что патриотизм и единство являются основой современного общества. И вот это мы видим в течение последних полутора лет особенно четко. Сначала специальной военной операции, с первого дня наши ребята находятся там. И мы воспитываем детей всегда в духе того, что тогда, в 41-45-м, наши деды и прадеды сделали все, чтобы мы родились, чтобы у нас были дети. Сейчас наши мужья и сыновья там, в зоне специальной военной операции, делают все, чтобы у наших детей было будущее, чтобы у них могли родиться дети. И я очень благодарна всем нашим организациям, которые, ну что называется, единым фронтом встают и оказывают помощь, пишут письма, рисуют рисунки, участвуют в концертах, которых мы достаточно много проводим, просто собирают деньги, потому что наш губернатор и правительство Тульской области, администрация находятся в прямой связи с командирами воинских частей, где находятся и наши военнослужащие, и наши мобилизованные. И то, что поступает от них в виде запросов, а это, как правило, даже не очень маленькие вещи. Это везде проходящие машины, это квадрокоптеры, это специальное военное оборудование, которое, ну вот, не продается просто в магазине. И вот это все мы везем своим ребятам. Ну а песня, музыка, культура, она всегда поднимала настроение. И то, что сегодня этот концерт, этот фестиваль проходит у нас, конечно, мы гордимся. Конечно, когда звучат песни, в душе начинается такая внутренняя дрожь, потому что это все трогает. И песни, которые звучат, они не только песни Великой Отечественной войны, это и песни, написанные позже, но все они о любви к родине, о любви к отчизне, о любви к нашей замечательной России, в которой нам с вами посчастливилось жить, родиться, ну и воспитывать своих детей. Поэтому добро пожаловать. Очень хочу, чтобы вы почувствовали, не просто посмотрели, а почувствовали наш город. В Тулу нельзя приехать один раз, сюда обязательно возвращаются. Мы третья столица музейная федеральная. После Москвы и Санкт-Петербурга по количеству федеральных музеев мы на третьем месте. Ну и еще раз хочется всем вам пожелать, наслаждайтесь каждый день этой жизни. Надо узнавать что-то новое, надо чувствовать что-то новое. И самое главное, надо свои эмоции отдавать кому-то. У вас это замечательно получается. И позвольте мне от имени администрации города вручить сувениры каждой организации, потому что надо начинать фестиваль, ну и вообще любое мероприятие, с чего-то доброго. А туляки, как я сказала, очень гостеприимные. Памятные подарки от администрации города Тулы вручаются Анатолию Адамовичу Франковскому, председателю Белгородской региональной организации Всероссийского общества инвалидов. Спасибо вам большое, спасибо руководству. Николаю Ивановичу Белину, председателю Брянской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Александру Эльфовичу Корякину, председателю Ивановской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Николаю Григорьевичу Кутузову, председателю Калужской областной организации Всероссийского общества инвалидов. На гитаре Слава Леонида Сергеевна,
Витя Холодный, город Тамбов. На горе, на горочке стоит колоколенка, а с нее по полюшку лупит пулемет. И лежит на полюшке сапогами к солнышку с ростокой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куриными пальцами, пули как воробушки плещутся в пыли. Митрия Горохова да сержанта Мохова эти вот воробушки взяли да нашли. Тут старшой Крупенника говорит мне тоненько, чтоб я принял смертушку за честной народ, чтоб на колоколенке захлебнулся кровушкой раз такой розетки этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык прилаживал, за сапог засовывал старенький наган. Славу третьей степени да медаль отважную с правой клав сторонушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, сам старшой Крупенников фляжку опростал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю полюшку быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтобы наверняка. Да видать, Сариночка, малая песчиночка, в глаз попала лютому, дернулась рука. Я винтовку выронил, да упал за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Да он, видать, был стреляный, сразу не поверил мне, и по камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была пули мне испробовать. Сам старшой Крупенников встал как на парад. Тут же с колоколенки весело чирикая в грудь летели пташечки, бросили назад. Я кричал без голоса, грыз землицу горькую. Я бежал, не думая, в горку напрямик. Жгла меня и мучила злоба неминучая, метил в колоколенку мой голодный штык. Горочки, пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед? Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко да геройский взвод. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко да геройский взвод. Ах, как птицы поют, исполняет Любовь Головнева, город Липецк. Божье слово свобода, стало
соловьи, соловьи. Я б хотел иметь по Донбассу подобного рода. Не ищите во мне звоязычество суть, кто ж меняет дворца на творение. Отложите пока человеческий суд, распахните сердца на мгновенье. Отложите пока человеческий суд, распахните сердца на мгновенье. Так ликуй же, ликуй, не погоди на зло. Покажи здесь живущим услугу, завершай до утра прославление без слов. Призывай благодать на кругу, завершай до утра прославление без слов. Призывай благодать на кругу. Где ж вы, судьи мои, я пред вами стою и готов головой заручиться, что покуда у нас так пред Богом пою, ничего на Руси не случится. Что покуда у нас так пред Богом пою, ничего на Руси не случится. На Руси не случится, что покуда у нас так пред Богом пою, ничего на Руси не случится. Фестиваль «Конкурс «Память сердца» прибыла делегация из города Рязани. Мы просим подняться на сцену руководителя делегации Рязанской областной организации Всероссийского общества инвалидов Ольгу Владимировну Зайцеву и протоиерея, настоятеля Тульского Сергиевского храма Вячеслава Геннадьевича Ковалевского. Христос воскресе! Воистину воскресе! Мы прибыли из глубинки Рязанской области, 4 часа езды от Рязани. Мы благодарны Богу и судьбе за то, что мы пребываем на этой священной земле, за ваш праздник, организованный Всемирным обществом инвалидов. Сегодня все православие отмечает день великого чудотворца Николая Угодника. И хотим, батюшка, преподнести вам икону святителя Николая Чудотворца, выполненную мастерицами Кадамского и Венеца. Среди них много людей с ограниченными возможностями. Пусть эта икона хранит всех нас
Пусть она поможет нашим воинам вернуться живыми с фронта. И пусть он нам поможет во всех наших хороших, добрых делах, в которых мы участвуем. Спасибо всем, Господи. Христос воскресе, дорогие! Дорогие участники сегодняшнего фестиваля, Алла Федоровна, Ольга Владимировна, гости, участники, позвольте вседушевно поздравить вас в эти пасхальные, весенние, радостные дни с праздником Светлого Христова Воскресения, как вы сказали, сегодня совершается память всенародно любимого нашего святого, святителя Николая, архиепископа Мерликийского Чудотворца, или, как мы говорим в народе, Никола Угодника. 1600 лет прошло уже с того момента, как он жил на земле, но, тем не менее, тропа не зарастает к нему, и он всегда приходит на помощь тем, кто обращается к нему со своей молитвой. Он учит нас оказывать помощь любому человеку, который находится рядом, сострадать ближнему, невзирая ни на что, спешить на помощь. Поэтому мы его любим, поэтому мы его почитаем, поэтому к нему и обращаемся. И сегодня, наверное, не случайно, что фестиваль начинается как раз именно в день памяти святого Николая Угодника, как помощника и покровителя нашего. И мне хотелось бы передать вам архипастырское благословение, прежде всего, нашего высокопреосвященнейшего владыки Алексея, митрополита Тульского и Ефремовского, который просил, чтобы я в эти пасхальные дни памяти святителя Николая, архиепископа Мерликийского Чудотворца, передал вам пасхальное приветствие. Христос воскресе! Пожелание вам мира, здоровья, благополучия и помощи Божией во всех ваших трудах и начинание. А икону непременно повесим в храме на самом видном месте. Храни вас Господь. Спасибо. А мы продолжаем церемонию награждения. Памятные подарки от администрации города Тула вручаются. Александре Васильевне Дубовой, председателю Костромской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Александру Яковлевичу Панарину, председателю Липецкой областной организации Всероссийского общества инвалидов. Николаю Ивановичу Зеликову, председателю Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Наталье Николаевне Морских, председателю Орловской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Татьяне Алексеевне Дягилевой, председателю Рязанской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Николаю Николаевичу Барунову, председателю Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Елене Алексеевне Андроповой, председателю Тамбовской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Сергею Викторовичу Малахову, председателю Ярославской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Надежде Валентиновне Лобановой, председателю Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов. Thank you.
Александру Борисовичу Тюкареву, председателю Курской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Я так у нас последний, как погоду. Попури исполняет Александр Навесник, город Рязань. Поблагодарить всех, кто принял участие в этом замечательном мероприятии. Спасибо тем, кто приехал сегодня, несмотря на время, на свои проблемы и заботы. Вам, участники, большой и низкий поклон. И, конечно же, я хочу, чтобы вы были сейчас мне помощниками. Песни, которые я спою, это песни, которые вы любите, которые вы знаете. И большое спасибо. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Обещает быть весна долго, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле добро, за себя и за того парня. А сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько. А сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, его гимнастерка, из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. А в вечном огне видишь вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил незаплаканных вдов сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Мы так давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, а завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму. От героев былых времен исполняет Василий Мосин, город Москва. Приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть
пути пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто брал Берлин. Нет в России земли такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядшие глядят. Это взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солдат не обмануть, ни с пути свернуть. Минута молчания. Исполняет Сергей Конюхов. Город Рязань. В горде и памяти павших в этот час пусть в святой тишине имена озаряются павших этой страшной священной войны. 27 миллионов погибших. Как огромна победа цена. Вспомним всех, ту войну сокрушивших. Всех, кого потеряла страна. Вспомним всех, кто на фронте сражался, всех, кто жизни своей не щадя, лишь с гранатой на танки бросался и огонь вызывал на себя. Кто в атаку бойцов поднимая под сплошным пулеметным огнем из окопа в полный рост вставая верил, что до победы дойдем. Те, кто дрался с врагом по неволе, но по воле защитником стал. В партизанских отрядах, в подполье кровь за землю свою проливал. Тех, кто трудился в тылу для победы, не жалел ни здоровья, ни сил. Всех, кто ужасы, боли и беды. Вспомним всех, кого нет рядом с нами, но чей подвиг хранится в веках, кто вернулся домой со счетами, кто вернулся домой на счетах. В этот день священной победы, вспомним всех не пришедших с войны, поклонимся отцам нашим, дедам, что отчизне остались верны. Наступает минута молчания, всем погибшим в войне перечтем. Под кремлевских курантов звучание мы долг памяти им отдаем. Вспомним павших, мы молча и стоя, всех защитников нашей страны. Слава, вечная слава героям, память вечная жертвам войны. Молодец! Фронтовые подруги. Исполняет Геннадий Фомин, город Брянск. После долгой разлуки сидят и поют фронтовые подруги, и давняя песня тревожит им душу. Споемте, землянку, споемте, Катюшу. Давайте, землянку, давайте, Катюшу. А внуки не знают, а внуки не знают, как было.
было им страшно, девчонкам вчерашним, когда в них стреляли в упор мессершмитты. Никто не забыт, и ничто не забыто. О боях, о полетах, о тем, кто глядит с пожелтевшего фото, и слезы глазам подступают незвано. А помнишь Танюшу, а помнишь Светлану? Мы помним Танюшу, мы помним Светлану. А внуки не знают, а внуки в братской могиле друзей хоронили. И что было в этой войне пережито, никто не забыт, и ничто не забыто. Гладит морщины, и став молодыми вы снова споете. О крыльях стальных, о высоком полете. О крыльях стальных, о высоком полете. Пусть внуки узнают, пусть внуки узнают. Жили, как землю любили, шли сквозь огонь за мечтой неубитой. Никто не забыт, и ничто не забыто. Никто не забыт, и ничто не забыто. Никто не забыт. Нашей земле, в городе Герои Туле. Вот этими своими концертами, своими песнями, своим участием вот, в проведении таких выступлений мы помним о тех, кто не вернулся. Мы помним о тех ветеранах, которые еще живы и которых мы славим. И вот именно сейчас, в это трудное время, мы и поддерживаем тех, кто у нас сейчас на фронте. Поэтому, я думаю, мы еще прежде всего и находим в себе силы творить добро, помогать добру и совершать вот такие хорошие человеческие подвиги там, где мы это можем сделать. Я хочу поблагодарить Аллу Федорову, нашу знаменитую в Тульском регионе, потому что, да, поаплодируйте, ведь она нас заслуживает этого. Я сама председатель с 30-летним стажем, возглавляю общественную организацию, и устраиваю такие же огромные масштабные мероприятия. Поэтому, Алла Федоровна, низкий поклон, потому что я знаю, как это тяжело, трудно, но как это все-таки в душе потом приятно и легко. Поэтому низкий тебе поклон. И я хочу еще поблагодарить, конечно, нашу
власть, нашу администрацию, наше духовенство. Потому что нам, общественным организациям, я думаю, здесь многие из разных регионов это понимают и чувствуют, когда есть содружество и сообщество общественной организации и разных уровней власти, то происходит очень хорошее мероприятие и как бы продвижение идет нас, общественных организаций, вперед и уважение. И сегодня вы видели в нашей области, здесь было очень много представителей власти, которые выступали, уделили внимание и поздравляли нас вот с этим замечательным праздником. Алла Федоровна, еще раз большое спасибо за такой великолепный праздник. Всех люблю, поздравляю всех и желаю всем-всем здоровья, успехов, счастья. И не только вот лично нам, но нашим друзьям, подругам и всему нашему сообществу. И хочу сказать, что хорошо, у кого есть семья, и хорошо бы, чтобы все в этой семье тоже были здоровы. Мы победим, Россия вперед! Руководитель Тульской региональной общественной организации поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе» Татьяна Вербицкая. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня было сказано очень много добрых слов, и мне кажется, вы все равно ничего не узнали про нашу Тулу. Вот, чтобы это все понять, это нужно увидеть, потрогать, почувствовать. Слова, картинки в интернете – это все совсем не то. И я уверена, что погуляв по нашему городу, съездив на экскурсии, вы чуть-чуть вот хотя бы прикоснетесь к нашей истории. Мне очень приятно, конечно, здесь стоять. Я не знаю, каким чудом я здесь оказалась, потому что мы очень молодая организация, мы работаем с маленькими ребятами, которые сейчас тоже растут потихонечку. И мы берем курс на крупные организации нашего региона. Конечно, ВАИ для нас это пример. Вот. И большой опыт мы перенимаем потихонечку наших старших коллег. Раиса Михайловна, тоже вам спасибо. Алла Федоровна, благодарю. Вот. Наверное, самое главное, что сегодня прозвучало здесь, то, что среди людей в зале нет людей с ограниченными возможностями. Есть люди, которые нуждаются чуть больше в каком-то внимании, в поддержке, в помощи. Но ваши возможности безграничны. Я в это искренне верю и желаю вам больших успехов, творческих, жизненных и, конечно, здоровья. Спасибо вам. «Русские березы» исполняет Валерий Фомин. Аранжировка Геннадия Фомина. Город Брянск. Омытые дождем весенним, меня укрыли легкой тенью. Березы, русские березы, вы на судьбу мою похожи. Я я верю в вашу тишину.
солдаты людьми, и вечную память о них сохранив, березы расправили ветви свои. Боевые ордена исполняет Елена Дунина, город Рязань. Своим детям про боевые ордена.
Вальс Победы исполняет Борис Гуреев, Московская область. Запела звон, мука старого бойца. Пригласи на вальс, девчонка, ты кружи, как кружат сны. Смейся в дело и не в дело от солдатской седины. Вальс и вправду будет белым, вальс победы, вальс победы, светлый вальс. Вальс победы, вальс победы, праздник мая, вальс победы, ах, забыть все сейчас. Только память не пускает, не пускает. Пусть дыхание ветерка, вальс плывет весенних звон, а прощай одного гудка до ликующих перрона. Снова память закружит тех, кто другом был и братом, тот, кто выжил и дожил, кто остался в 45-м. Вальс победы, вальс победы, светлый вальс. Вальс победы, вальс победы, праздник мая. Ах, забыть бы все сейчас. Только память не пускает, не пускает. Пусть меняет тишина, льется небо над тобой. Ты, девчонка, будь нежна, как сестра на поле боя. Смотри, как кружит он, снова юный, как когда-то. И навек останется святым. Землю ту, что родиной назвали, коль придется, сердце защити. Я люблю тебя, Россия, исполняет Сергей Чеснович и образцовый коллектив бального танца «Созвездие», руководитель Наталья Николаевна Талышева, город Тула. Я люблю тебя, Россия.
загаданная грусть, и разлухом я вьёхнул, нет ни в чём себе конца. Подошло время поблагодарить всех участников фестиваля конкурса «Память сердца». Объявить победителей и, конечно же, вручить памятные призы и подарки. Для оглашения победителей 3-го межрегионального героико-патриотического интегрированного фестиваля конкурса художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Память сердца» на сцену приглашается член жюри Екатерина Вячеславовна Людакова. Здравствуйте, наши дорогие гости. Еще раз поприветствую вас от лица председателя жюри, заслуженного работника культуры Левиной Марины Александровны, и от других членов жюри хотел бы вам выразить большую признательность за ту вашу деятельность, за тот ваш свет, который вы несете через творчество, что вы не боитесь трудностей, вы просто герои. Мы, когда рассматривали с коллегами поступившие заявки, были просто восхищены, насколько люди созидательны, светлы. И когда сейчас воочию мы смотрим те номера, которые уже представлены здесь, как во втором нашем основном этапе, ну, да, дрожи, такие мы молодцы. Мы желаем, чтобы вы процветали так дальше, не стеснялись своего творчества, пропагандировали его, ездили в разные города со своей программой. Ну и думаю, что Тула подарил, я уверена в этом, вам счастливые, замечательные дни,
наполненный новыми знакомствами, новыми взаимосвязями. Итак, давайте приступим к церемонии награждения. За второе место награждаются памятными призами и подарками. Белгородская региональная организация Всероссийского общества инвалидов. Ивановская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Костромская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Награждается Липецкая областная всероссийская организация общества инвалидов. Награждается Орловская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Смоленская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Награждается Тамбовская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Награждается Ярославская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Награждается Курская областная организация Всероссийского общества инвалидов. За первое место награждается Рязанская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Награждается Тульская региональная организация Всероссийского общества инвалидов. Награждается
Вступительного слова приглашается председатель Тульской региональной организации Всероссийское общество инвалидов Алла Федоровна Новикова. Дорогие друзья мои, заканчивается наш второй день и мероприятие по... Еще не все наградительные закончились моменты. Но я хочу всех поблагодарить, каждого из вас, за тот вклад, который вы сделали для того, чтобы это мероприятие состоялось. Для того, чтобы мы с вами насладились, мы увидели, насколько мы талантливы, сколько у нас энергии, и как мы заботимся и волнуемся о том, что наша страна процветала, чтобы каждый в своем городе, который приехал, болеет за свой город. И я вам хочу сказать, что сегодня мы, как и 78 лет назад, боремся с тем врагом, который к нам хочет принести нацизм. И я вот... Когда готовились, я думала, ну какой же бы народ настолько объединился после всех тех претензий, которые у нас через 30 лет прошли. И только, наверное, наша страна. Потому что они там спасают деньги, а мы с вами спасаем души своими песнями, своим творчеством. Теперь спасем. И мир слышит нас. Из многих стран спрашивают, а как приехать в Россию? Потому что сегодня они нам несут ЛГБТ, которые с нами совершенно... У нас нет в родовом коде этого. И никогда мы это не примем. Я рада. Вам всем понравилось? Да. Очень! Браво. Спасибо огромное. Мы старались. Если что-то, какие-то были недочеты, не судите нас строго. Церемония награждения не закончилась, и мы ее продолжаем, потому что ценный подарок увезет из Тульской земли каждый участвующий. Диплом за активное участие в межрегиональном фестивале художественного творчества инвалидов «Память сердца» вручается... Дипломом награждается Любовь Георгиевна Головнева. Дипломом награждается Ирина Юрьевна Дворецкая. Дипломом награждается Андрей Вячеславович Звонарев.
Дипломом награждается Надежда Васильевна Андрианова. Награждается Шамиль Файзулович Уразов. Дипломом награждается Нина Александровна Чугунова. Награждается Михаил Семенович Купцов. Награждается Максим Анатольевич Смирнов. Награждается Екатерина Сергеевна Рункова. Награждается Наталья Алексеевна Рящина.
Награждается Борис Викторович Гуреев. Награждается Сергей Николаевич Исаев. Васильевич Коростылев. Награждается Галина Анатольевна Гуреева. Мама! Ура! Аплодируй! Награждается Николай Иванович Зеликов. Анастасия Николаевна Максутова. Награждается Александр Петрович Наместников. Награждается Андрей Васильевич Кисляков. Награждается Елена Юрьевна Дунина. Награждается Лидия Николаевна Холодная.
Награждается Владимир Михайлович Матвеев. Награждается Надежда Валентиновна Лобанова. Награждается Елена Юрьевна Тумашева. Алена, в серединку. Разверни. Спасибо, отлично. Снимаю. Награждается Александр Леонидович Хамулин. Это я. Награждается Владимир Николаевич Шатохин. Награждается Татьяна Викторовна Жердева. Награждается Наталья Николаевна Мацкив. Награждается Сергей Васильевич Красников. Награждается Леонид Юрьевич Асеев. Награждается Татьяна Егоровна Астахова. Награждается Ксения Сергеевна Мацкив.
Награждается Вячеслав Романович Белин. Награждается Геннадий Валерьевич Фомин. Награждается Ирина Анатольевна Демина. Награждается Виталий Владимирович Антонов. Награждается Лидия Васильевна Баданова. Награждается Николай Григорьевич Кутузов. Награждается Наталья Александровна Филюшко. Награждается Валентина Сергеевна Соскова. Награждается Любовь Евгеньевна Степина. Награждается Сергей Андреевич Фаустов.
Награждается Андрей Тимофеевич Насонов. Награждается Николай Петрович Мальцев. Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем всех участников фестиваля конкурса «Память сердца» с заслуженными наградами. И на этой прекрасной ноте мы завершаем церемонию открытия третьего межрегионального героико-патриотического интегрированного фестиваля конкурса художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Память сердца». Предлагаем всем гостям и участникам фестиваля сделать памятное фото на нашей сцене. Холодная, с Тамбовской области, город Моршанск. Я пишу стихи давно, лет с 30 начала писать песни. И люблю очень бардовские песни, люблю песни, авторские песни. Сегодня я исполняла авторскую песню Леонида Сергеева «Колоколенко». Я очень благодарна, что я организатором фестиваля, что я попала сюда, что я исполнила здесь свои песни, свою песню. И я хотела бы всем пожелать добра, мира, здоровья. Я хочу сказать, конечно, что мы, вот Московская область, ездили недавно в Кремль на День Победы, концерт смотрели. И вот сегодняшний концерт, он трогает за душу.
И он не уступает по эмоциям, по талантам концерту в Кремле. Большое спасибо организаторам. Забился в сучику, головой по ним. Я хочу знать. А откуда знать ему, гаду недобитому, что я белку в глаз стрелял, что мой дед лесник. Колоколенко, да? Ну, так, это Колоколенко, так это продолжение, да? Последний куплет. Юморной такой, когда Олег Митяев рассказал, что как же так наш погиб, а тот на Колоколенке остался, да, жив. И давайте допридумаем чего-нибудь. И они вот сделали хорошо такое. Хорошо, что мы помним эти песни. Да, конечно. Потому что люди должны знать, что существуют такие песни. Такие песни, как песня Леонида Сергеева «Колоколенко». Они шедевр. Я говорю, что вот я живу, председатель совхоза, когда я спел, и все, и теперь на все времена и народа, как мы с ним встречаемся, он сам карпанист. Он говорит: Андрей, Колоколенко, только Колоколенко. Спасибо. Больше ничего.